Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Пингвины мистера Поппера. Мистер Поппер – достаточно сдержанный и расчетливый человек, смысл жизни у которого крутится вокруг его работы. Даже своей семье он не уделяет столько времени, как бизнесу. После гибели отца он получает неожиданное наследство в виде шестерых пингвинов. Бетховен. Герой фильма не великий композитор, а случайно названный его именем симпатяга Сен-Бернар. Попав еще щенков в приютившую его семью, пес быстро подружился с детьми и их матерью. Только отец поглядывал на беспокойного домочадца косо. Большое путешествие. Стюарт Литл. Когда Джордж попросил своих родителей усыновить его маленького братишку, чета Литл восприняла его просьбу слишком буквально, и в один прекрасный день в их большом доме появился крошечный мышонок Стюарт, который одет в модный костюмчик и умеет разговаривать. С этого момента начинаются непредсказуемые, веселые, а иногда и опасные приключения Стюарта Литла. За малышом охотятся все коты в округе, его похищают мошенники, и чтобы вернуться домой, новому члену семьи придется стать настоящим героем. Третий лишний. Джон влюблен в красавицу Лари. Он работает в прокате автомобилей и имеет большие планы на будущее. В их отношения вмешивается третий, давний друг Джона Тед. Он отрывается сутки напролет, предпочитает случайные связи и не желает терять друга. Но никто на самом деле не знает, на что он способен, ведь Тед – большой плюшевый медведь. Кристофер Робин. Принцесса и лягушка. Все мы знаем, что бывает, когда принц целует заколдованную в лягушку принцессу. Но что случится, если переодетая в принцессу официантка поцелует лягушку принца? Хранитель времени 2011 года. Когда ловкий изобретательный Хьюго обнаруживает таинственный механизм, оставленный погибшим отцом, он раскрывает его секрет и отправляется в путешествие, который изменит тех, кто его окружает, и приведет в безопасное и прекрасное место, которое он назовет своим домом. Астробой. Ледниковый период 3. Эра динозавров 2009 года. К событиям Ледникового периода 3 жизнь главных героев мультфильма потерпела некоторые изменения. Мамонты Манфред и Элли ожидают появления на свет своего детеныша. Саблезубый тигр Диего впал в раздумье о том, не стал ли он слишком мягкотелым в компании своих друзей. Ленивец Сид, бредя желанием создать собственное племя, решился украсть несколько яиц динозавра. Отправившись спасать Сида, друзья попадают в таинственный растительный мир, скрытый под толщей льда, где они сталкиваются с динозаврами и агрессивной окружающей средой. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!